Господин президент, ваш ответ на вопрос моего коллеги Валикиса скорее затемнил проблему, чем прояснил относительно политики Румынии вот, проблемы гражданства. Скажите, пожалуйста, правильно ли суждение и оценки наблюдателей экспертов за румынской политикой, что целью ее является присоединение или аннексия Молдавии и создание нечто подобного Великой Румынии? Спасибо. Vreau să notați, domnule parlamentar, că România nu are niciun fel de experiență în anexarea altor state.